Всем привет! У меня начинается новый этап похудения. И я сейчас покажу, от какого веса я буду худеть. 77 950. А на завтрак я решила попить кофе с хлебцем. Один хлебец я съем. Я могу съесть много хлебцев, полпачки. Но решила, что съем я один хлебец. Так, вес набрала я, получается, уже 4 килограмма, да? Угу. Так, 75, 76, 77, вот почти 78, 4 килограмма. Ну и буду сейчас пытаться их, в общем, скинуть и уже, конечно, так сильно не набирать. Поменяла я кружку для видео, там уже, наверное, сердечки вам примелькались мои, но дело в том, что эта сова, это эйвенская сова, она большая, это объем кружки очень большой. Вот я сейчас вам покажу, вот, например, 200 миллилитров у меня там было налито в сердечках кружки, и сюда я их перелила, и посмотрите, в общем, всего это половина кружки у меня, представляете? Вот так вот получилось. В той кружке 250 сердечками, но я еще, в общем, глотнула уже пару раз. И осталось там, короче, 200 миллилитров. И занимает это всего лишь половина кружки совы. Вот такие дела. В общем, съем сейчас один хлебец. В нем будет 30 калорий. Значит, получается, короче, за, грубо говоря, неделю... Празднеств, торжеств, с учетом того, что мы еще и заболели потом. И сейчас у меня болеют все дети. Я уже почти нет. Почти не болею. Короче, набрала вот так 4 килограмма. Потому что сначала не хотелось есть, потом, блин, короче, хотелось есть все. И шоколадки, и всякие фигатки. И после, ну, короче, поздно уже, когда уже спать, мягко говоря, нужно ложиться. Такие дела. Ну, сейчас я все-таки собралась с мыслями, долго думала, думала вообще практически всю ночь над этим, чтобы собраться с мыслями, ограничивать себя в питании, буду ограничивать как смогу, потому что вот говорю, серьезно, могу съесть вот половину этих хлебцев, сгрызть, но съем один и выпью кофе, и потом будет у меня уже ориентировочно обед где-то в 2-3 часа, вот. Ну, потом, может быть, еще на полдник. Я планирую не есть уже после 5 часов. Соответственно, на полдник, может быть, тоже попью кофе или чай, тоже с хлебцем, с одним. Вот буду держать себя в руках. Конечно, я настраиваю себя на то, чтобы срывов не было никаких в питании. Вот только накладывается мой день рождения. И все. Ну, может быть, там 23 февраля, еще вот такие дни, но это будет не как вот получается после праздника еще неделю мы гуляем, вот, а после дня рождения еще неделю, там дня рождения отмечаем, мягко говоря, а будет это одним днем, в общем-то. Короче, фиксированный день. Вот такие дела. Все, всем желаю я, девочки, приятного похудения. Пишите, на каких диетах худеете вы. Бывают ли у вас срывы или нет? Мы собираемся купаться. Сейчас я буду мыть лаки зоошампунем нежный для собак. Гипоаллергенный. Так, с чем он там? С хитозаном, алоэ вера и с аллантоином. Так, это, наверное, для чувствительной кожи, раз там аллантоин. Так, что там написано? Не содержит красителя отдушек. Хитозан повышает устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Но это летом, наверное, хорошо. Облегчает расчесывание, снимает статику, алоэ вера смягчает, увлажняет, тонизирует, успокаивает раздраженную кожу. Но у нас нет раздраженной кожи, в принципе, но даже с расчесыванием-то проблем нет. Вот. Так что сейчас будем купаться. Все, я его намылила. На самом деле шампунь хорошо распределяется по шерсти, но он не сильно пенится. Может быть, это даже хорошо для собаки. Не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Сейчас будем уже смываться. Сейчас лаки сушатся после мытья.
Всем приятного аппетита! Это мой обед, рыбный суп с добавлением риса, кусочек ржаного хлеба, суп в объеме 300 миллилитров. Закончилась у меня вот такая водичка от Ифраше, это зеленый чай. Классная такая сладенькая водичка, на лето, мне кажется, она очень хорошо подходит, на жаркую весну. Была она у меня где-то 1,5 года. Мне нравится, вот у Ифраше, у них какие-то такие классные флаконы, хоть они и кажутся такими простыми, но их очень приятно держать в руке. То есть вот какое-то такое стекло у них интересное, флаконов, вот из этой серии особенно. Там же разные есть у них ароматы, есть вербена, есть вишня, есть сирень. Я все собиралась сирень себе заказать, попробовать, потому что мне нравится аромат сирени. Вообще мне сирень нравится, но у нас она сейчас, в общем, в районе вообще не произрастает. То есть той весной вообще ее не было у нас. То есть мы ее и не видим, и аромат не ощущаем. Хотела себе заказать, попробовать вот аромат сирени, как он будет. Приятного аппетита! Сейчас у меня последний прием пищи. Получился он чуть позже. Хотела я, планировала до 5 часов все успевать, но накладка по времени произошла, поэтому сейчас 17:20. В общем, съем я один хлебец из вот этой клюквенной упаковочки. 30 калорий здесь один хлебец. Еще угостили меня сегодня шоколадкой, как она называется, «Вдохновение». И решила я еще шоколадку присоединить, хотя не планировала тоже. Здесь я заварила зеленый чай, у меня Хьюго коктейль. Значит, шоколадкой, значит, вся пачка «Вдохновение» синенькая, она весит 100 грамм, в ней содержится 580 калорий. Я взяла одну шоколадочку, их там 10 штучек, соответственно, в одной шоколадке 58 калорий. Так, и, значит, кому интересно по калорийной раскладке, я вот вам здесь написала, чтобы не листать в телефоне. Значит, смотрите, завтрак был в 9:30, черный кофе, 2 чайные ложки сахара 250 миллилитров, это 77 калорий. Хлебец один был, 30 калорий. Дальше обед был в час. Хлеб ржаной на 129 калорий, рыбный суп 300 миллилитров на 119 калорий. Так, и ужин 17:20, зеленый чай 250 миллилитров. Зеленый чай программа считает все как нулевую калорийность. Хлебец 30 калорий и одна шоколадка «Вдохновение» 58 калорий. Итого получилось 443 калории. Далее я уже не собираюсь больше ничего кушать. Если я, ну, прям сильно уже захочу есть, я попью или воды, или зеленый чай, себе сделаю кружечку. Все, всем желаю хорошего вечера, отличного настроения, удачного похудения и до скорых видео. Всем пока!